Немедленный выход из первых двух вагонов. Следующая остановка – депо. Выход из первых двух вагонов. Следующая остановка – депо. Выход из первых двух вагонов. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, курение в пригородных поездах строго запрещено. Нарушение влечет положение административного штрафа, предусмотренного статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года, номер 195 Федерального закона, в размере от 500 до 1500 рублей. Следующая остановка 122 километр. Выход из первых двух вагонов. Следующая остановка 122 километр. Выход из первых двух вагонов. Осторожно, двери закрываются.
второй километр. Выход из первых двух вагонов. Следующая остановка Дулёва. Выход из первых двух вагонов. Следующая остановка Дулёва. Выход из первых двух вагонов. Осторожно, двери закрываются.